Аня, я очень редко веду прямые эфиры, поэтому... Виталя. Ладно. Соня. Я такая... Что? Я просто очень редко делаю прямые эфиры, поэтому я так что-то... Ну да, ты не Соня Маслова. Да, я не Соня Маслова. Это прямой эфир. О, да. Вот, короче, типа как-то так происходит все у нас. Сейчас скоро выходим уже на сцену, поэтому я думаю, вам будет интересно это посмотреть, типа, как мы будем танцевать. Виталий, когда встречу в Запорожье? Когда приеду в Запорожье, тогда сообщу обязательно. Привет, привет, Дарья Ловин. Покажи Бобрика. Бобрика. Бобровская, это где? Сейчас. Могу вам показать Леру Дитковскую, если хотите. Вот, вот, ну, несложно как бы это будет сделать. Блин. А где Бобрик? А где Бобрик? Ну, попросили найти Бобрика, я найду. Как бы... Несложность. Извиняюсь. Боже мой, пока пройдёшь, что ли? Андрей, я очень редко веду эфиры, поэтому... Это не твой телефон. Ну, это мой эфир. Да, это не мой телефон. Здрасте. Привет, ты чего мне нравится? Так. Лера, я очень редко веду прямые эфиры, поэтому... Привет, ребятки. Все. Я рада вас видеть, я рада, что вы смотрите Виталию. Еще ближе приблизь. Ну, окей. Спасибо, Лера, спасибо. Вот. Когда вы будете выступать в Киеве? Вот сейчас, в принципе, можно посмотреть. Блин, круто, передам обязательно привет. Я просто не вижу, вот всех вижу, кроме Ани Бобровской, поэтому я захожу в раздевал, потому что будет капец. Я опять захожу к этим людям. Все, верни. Блин, ну 50 же человек, самый разгар. 15 минут прошло, я знаю. Ну, давай поставим на зарядку. Зарядку еще, дом мне надо поставить на зарядку. Ну, хорошо, ай. Знаете, нельзя этому человеку доверять. Чего, блин? Потому что, блин, зарядка, понимаешь? Хорошо, они все смотрят меня. Они так, все смотрят. Да, покажи Бобрика, пожалуйста. Да не, я не нашел ее. Они где она? Адра... Шо? Удачи вам. Привет. Да, а привет, еще, ребят, поздоровайтесь. А еще он использует людей для своих целей. Например, он сейчас использует... Он сейчас использует меня и ведет прямой эфир с моего телефона. Не кричи. Костя. Покажи, он не работает, да? Покажи, как ты всех ненавидишь. Как ты ненавидишь всех. Туда, Костя! Я что, все знаю? Покажи, как ты всех ненавидишь просто один раз. Нет, ненавидишь. Это да, вот это. Ой, мамочка. Удачи всем. Спасибо, мамуль. Спасибо. От Саши Гриши. О, прикольно. Где Александрова? Александрова тоже там где-то тусит, короче. Вот, ребятки. Поэтому я думаю, на этом эфире уже можно заканчивать. Я думаю, вам было интересно. Нет, нельзя пока не сделать эту штуку. Вот эту? Вот как это? Подожди, еще раз покажите. Привет! Нет, сейчас. Вот. Это можно даже вот так вот сделать. Легкого танцпола. Ой, спасибо, мамуль, спасибо, реально. Ты смотри, я буду стараться, мамуль, я ж как бы не подведу. Не обосрись там. Да не обосрусь! Выйдешь еще раз в зал, пожалуйста, не заканчивай. Нет, не могу, уже скоро выступление. Увидите на прямом эфире. Да, смотрите, вы, если хотите, снимайте меня в истории, там, отмечайте, я буду очень рад, там, тому подобное. Спасибо. Rocks. Security watch. What's the flip flop? Fucking on the bitch, I'm a thot. Ты открывать кафе? Тебе предлагают снять эфир. Я не хочу. А кто это? Я не знаю. Где Юлия Гамалиев? Вот знаете, он сам только что сказал, что будет снимать с кем попало. Ну вот, Ярик, ты где? Ярик, бачок! О, Ярик снимет меня. Ярик молодец, Ярик просто. Ну. Это Зинченко Ярик, да? Да, я могу показать. Да. Я с ним, блядь, покажи, что там. Да, чувак. Да, Поздоровайся с ним. Яричек, привет! Ебой! Мне кажется, он не дует. Что с твоим телефоном? Ну, смотрите, он, во-первых, побитый. Во-вторых,
Я вам просто покажу, какая тут камера. Нет, просто, чтобы вы понимали, как я снимаю истории. Вот камера, то есть тут, ну, она вот, она лагает, она очень лагает. А вот эта вот, она, ну, то есть, она вообще затемненная, потому что она чуть разбилась, вот. Поэтому я мало историй выставляю, и когда мне пишут в директ, протри камеру для своих историй, я не могу ее протереть. Сиди за зарядкой, ты ее сейчас сломаешь. Ой, так могла на мою поставить. Да, что-то было зарядку, что-то... Это моя последняя зарядка. Да, будем танцевать. Салам алейкум, брат. Салам алейкум, йоу. Будем танцевать круче всех. Когда мы встретимся? Я думаю, скоро, потому что у меня пока есть свободное время на этой неделе, поэтому буду на поздняках там, типа. Где ты учишься? Я учусь в колледже. Йоу, йоу, йоу. Вот. Fucking rocks. Ты веришь? Блин, такое интересное настроение. Подождите, дайте посмотреть, сколько у меня. Процентов, все, да ничего, пока. заряжается, он на зарядке. Виталик, если ты еще раз уйдешь с этой каморки, хорошо, сарая с этого уйдешь, я тебя убью. Хорошо, я не... Передай привет, что? Фриману. О, Фриман, тебе от Лазарева, Матвей, если знаешь. О, конечно. Да, очень. Тебе привет. Ну, тоже тебе привет. Тоже, мэн. Так, покажи Гамали, не могу, не ПТУ-а колледж, да, йоу. Вика, что? Тогрин, где ты флексишь? Я на танцах с зеркалами. Смотри где эфир. Ты флексишь? Да. Все, давайте, пока. Когда гулять? Да скоро, все, ребят, мне эфир. Давайте.